Делегация МВД по Адыгее во главе с министром Александром Речицким навестила участника Великой Отечественной войны Николая Куслю. Николай Степанович – один из старейших в республике участников войны. За его плечами долгий путь от рядового Красной армии до гвардии подполковника в отставке. Фронтовик обрадовался визиту полицейских и еще раз поблагодарил генерала за раскрытие совершенного в отношении его дерзкого преступления. Осенью 2015 года двое мужчин вошли в доверие к пенсионеру и похитили у него все сбережения – 1 миллион 600 тысяч рублей. Несмотря на все сложности, сыщикам удалось установить и задержать преступников – а пожилому человеку вернуть деньги. Не знаю, когда, но скоро, наверное, уже суд будет. Будет скоро, да. Да, вот. Большое вам спасибо. Александр Речицкий пожелал 90-летнему ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни, а также отметил, что он всегда может рассчитывать на всестороннюю помощь со стороны руководства и сотрудников МВД по Адыгее.